Это не Лос-Дэй. Привет, ребятки! Всем привет! С вами Борода, это Jurassic Survival. И сегодня мы начинаем серию роликов выживания с самого начала и до каких-то либо вершин. Игра подходит под наш жанр. Игра сурвайвала, игра прикольная, поэтому поехали. Давайте посмотрим, что здесь произошло нового, что здесь изменилось. Везде реклама Last Day, ты только посмотри, как мне сюда попасть-то, если там реклама Last Day, а? А? Так, я не пойму, как, зачем мне перебрасывать постоянно Last Day, если везде реклама на эту игру, и я не могу попасть в гуманитарку. О, могу, все, отлично. В общем-то, видать, заключил Jurassic Survival какой-то контрактик с Last Day. Постоянно везде выпрыгивает возможность каких-то плюшек, бонусов, если ты зайдешь, поиграешь в Last Day, будешь красавчиком. Смотри, тут даже зомби добавили, охренеть, это ласдеевские зомби, ты прикинь, братан, что творят. Чтобы залутать этот аирдропчик, подозрительный аирдропчик, который мы привыкли лутать в Last Day, надо перейти на игрушку, охренеть, что творят. Потому что Jurassic Survival у нас не связан никак с зомби, а это ласдеевские зомби, мы по виду их видим, это означает, что у них реально какая-то акция, какой-то контрактик. Это круто, это прикольно, это интересно. И ну, для игроков Jurassic это шанс залутать каких-то новых вещей. Хорошо, пошли дальше. Ну а я, ребят, я с этого ролика начинаю цикл видеороликов по поводу выживания в Jurassic Survival. Надеюсь, они вам понравятся, потому что я стараюсь как раз-таки для тебя, дружище. Ну и буду, естественно, благодарен. Так, нас атакуется близорукий тигр, мы отправляем его в нокаут, потому что довольно слабое животное, и мы с легкостью можем его убить. Лутаем этот подозрительный груз, посмотрим. Это мой первый подозрительный груз, который касается ивента Last Day. Да и вообще, что здесь изменилось, что появилось нового. Так, мы находим секиру на 55 дамага. Это одна из лучших холодных пушек в игре. И это безумно круто. А касательно изменений, ребят, ну, сами понимаете, я лично не помню, когда последний раз мы играли с вами в Jurassic. Это было реально давно, поэтому я думаю, в игре поменялось все очень сильно. Эта версия уже 1.1.9 и, как по мне, солидно, потому что я когда играл, было 0.5 или 0.6, что-то в этом духе. Некоторые видеоролики по этой игре набрали довольно приличное количество просмотров, поэтому надеюсь, с этой игрой будет та же ситуация, и она хорошо зайдет, начиная с этого видеоролика, понимаете? Потому что я стараюсь как раз таки для вас, и надеюсь, мое развитие будет кому-то интересно, и у нас все получится. Так, тут есть еще пару зомбачей, которых я бы хотел, наверное, все-таки замочить. У них по 40 хп, они слабые. Кстати, а вот и бегун. Несмотря на то, что он бегун, у него все равно 40 хп. Видите, то есть все, почти все продумали. Не стали заморачиваться над характеристиками зомбачей. Дали всех зомбачей в одной классификации. Обычные зомби по 40, но некоторые из них бегают быстро, некоторые из них ходят медленно. Для нас это всегда плюс. Ну а для разработчиков какая-никакая реклама. Хотя я не верю, что Last Day нуждается в какой-либо рекламке со стороны Джурасика. Но от Джурасика в Last Day нету ничего. Это 100% означает, что это все-таки не двухсторонняя акция, а просто рекламный ход для последнего дня. Вот так вот. По-моему, неплохо, не знаю. Я ни к чему придраться не могу, она не назойливая. Она реально дает крутые бонусы, и поэтому почему бы ею не воспользоваться? По-моему, такие ништяки всегда радовать должны игрока. Хорошо, вроде как мы залутали этот подозрительный груз. Больше здесь, наверное... А нет, вот еще внизу есть. Даже одного зомби еще нашел. Поэтому сейчас мы его убьем. Там тростник внизу заберу. Хорошо. Кстати, это же тоже должен быть тростник. Нет, это не тростник, поэтому я его взять не могу. Жаль. Очень жаль, потому что у меня инвентарь маленький, но здесь, в принципе, в целом, инвентарь сам по себе маленький, намного меньше, чем в самом Last Day. И
это плохо. Потому что ресурсов здесь не меньше, ресурсов, я бы даже сказал, больше, разновидность больше. И хочется тащить все с собой. Ай-яй-яй, как же ты не вовремя пришел, ублюдок, уйди от меня. Боже, это такой противный динозавр, ребят, я вам серьезно говорю. Это один из самых противных динозавриков, которые есть в игре. Их так не люблю. Они очень больно кусают, они далеко добивают, и они еще и плюются, понимаешь? Дружище, это просто жесть. Так, ну что, мы получили первый уровень? Так, ну как первый уровень? Не первый, конечно, но тем не менее неплохо. Хорошо, я вроде как сбросить ничего не могу. Да, и в принципе некуда. А вот, кстати, камешек. Ни один камешек ни к чему. Я не знаю, что мы можем ему взамен взять, но мне кажется, тут куча веточек, которые я могу пособирать, и в итоге я профитну гораздо сильнее, чем от одного камня. Поэтому так будет гораздо логичнее. Поехали. Больше так вот я перекидываю, ничего выбросить не могу. Листьев много, семена много. Тростничок, веревку я выбрасывать тоже не стану. Хорошо, на этом все. Можно покинуть подозрительный груз и отправиться домой. Кстати, я прожил 259 дней. То есть, ребят, я не заходил в игру 259 дней. Понимаете? Ну вот вы только вдумайтесь в цифру. 259 дней я не заходил в Jurassic Survival. Я думаю, естественно, с такого длительного периода здесь много что изменилось, и поначалу мне, ну, как минимум, должно быть тяжело играть. У меня здесь вот там забито, как ты видишь. И надо, конечно же, как бы это менять. Блин, никуда мне сбросить, это плохо. Плохо то, что у меня инвентарь забит. Хорошо, давайте сейчас распределим ресурс. Так, это можно сюда сбросить. Шкуру сюда тоже можно сбросить. Мне кажется, она здесь в самый раз. Хорошо, я освободил одну единицу места. Этого должно быть достаточно для того, чтобы закинуть сюда мясо. Куда мясо вообще закидывается? Алло. Так, вот, хорошо. Вот, теперь все пошло-поехало. Так, уголь я отсюда заберу. Кстати, мясо жарится очень, ну вот реально очень быстро. У меня всего 5 стейков, а это немного, но тем не менее. Уголь пускай здесь дальше перерабатывается, я против этого ничего не имею. Сырого мяса у меня, если я не ошибаюсь, больше нигде нету. Поэтому это прискорбно. Камешек я забросил. И, в принципе, здесь у меня вот еще можно транзисторы скинуть и несколько шестереночек. Больше здесь я ничего не могу выкинуть, все остальное должно лежать не в этом ящике. Ко мне тут вот, кстати, байк развальный подкинули. Смотри, подходишь тут, чтобы получить вот эту награду, этот комплект, нужно достигнуть 20 уровня, вырастить собаку и побывать в одном из бункеров LDOE. Ну, вот сами понимаете, да? То есть игроков заинтересовывают, а дальше уж как повезет. Пойдет, пойдет, не пойдет, ну, значит, не судьба, а что поделать-то. Хорошо, перекидываю тростник, чтобы он перерабатывался сразу же, чтобы это все не простаивало, постоянно была какая-то конверсия. Хорошо, это сюда заброшу, веревки сюда, провода сюда сбрасываем. Ну и в принципе, я думаю, на этом все. Больше у меня нет ничего для распределения такого лишнего, ненужного. Это все пригодится, конечно же. Так, это сюда я заброшу, где я его взял? Ага, угадал, хорошо. Мне нравится. Мне нравится то, что я угадываю. Так, это сюда. И в принципе все. Так, здесь у меня пушки лежат. Я пушки сюда заброшу. Одну пушку с собой возьму. Она мне еще пригодится. В принципе, я расходую все быстро, сильно, мощно. Закинем семена, пускай пальмы вырастают. Ананасики очень неплохо хилят нас. Поэтому, я думаю, нам пригодится. 5 сюда. И 4 сюда. Ну что ж, друзья, на этом мы закончим первый наш выпуск, ознакомительный, выпуск вводный. Надеюсь, вам нравится эта игра. Пишите обязательно в комментариях, что вы хотите видеть, какие гайды хотите видеть по этой игре, какое развитие и все в этом духе. Всем спасибо, с вами был Борода, пока-пока!